Представьтесь, пожалуйста. А за что задержано? Я был задержан за то, что мне предложили в чате работу. Мне надо было приехать в центре города, забрать у бабушки деньги. Я приехал, забрал деньги, поехал. Сколько денег? Какая сумма? 507 тысяч. Что дальше было? Поехал до банкомата, начал переводить деньги, которые они мне указывали на какие-то счета. Я их начал переводить. Себе сколько денег оставили? 12 700. Понимали, что совершаете преступление? Сначала нет, потом все до Питера. Раскаивайтесь в содеянном. Раскаиваюсь.